посещение горы Нила стоит в списке самых значимых достопримечательностей Иордании. Это самая почитаемая святыня страны и важный пункт паломнических маршрутов, соединяющий представителей разных конфессий и свободных от религиозных убеждений туристов. С этой горы пророк Моисей указал своему народу путь на землю обетованную. Предполагают, что здесь он закончил свой земной путь и был похоронен. На вершине горы сохранились древние мозаичные панно, относящиеся к эпохе раннего христианства. Боги тогда изображались в виде добродетелей и стихий, символизировали плодородие и богатство. В конце IV века в памяти пророка Моисея здесь была построена первая церковь. Далее вырос целый монастырский комплекс. В своем нынешнем виде гора Нева была восстановлена археологическим институтом ордена францисканцев. Исследовательские и восстановительные работы ведутся здесь с 1933 года по разрешению короля Абдалы I. Часть памятников истории пока недоступна для осмотра. Место освящено главами многих конфессий. Папа Римский Иоанн Павел II посетил мемориал в 2000 году и посадил в память о своем пребывании вот это оливковое деревце. С высоты горы можно увидеть когда-то открывшуюся Моисею панораму Святой Земли, Мертвое море, Иерусалим и Иерихон, долину реки Иордан, древние Моавитские равнины. Посох Моисея или Змеиный крест перед входом в храм Моисея выполнен современным итальянским мастером из Флоренции. А то, что видим сегодня мы, ничем не отличается от картины, которую Бог открыл Моисею несколько тысячелетий назад.